Добрый день, уважаемые зрители YouTube-канала «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев. И сегодня мы продолжаем знакомить вас с некоторыми упражнениями, а точнее такая тема, как тренироваться с помощью специального тренажера «Борцовский манекен», переоборудованный для тренировок дзюдо. Как мы его переоборудовали, это просто отдельно на него кимоно от дзюдо. И таким образом мы улучшаем качество тренировки с таким борцовским манекеном. Ну, причина всем, наверное, понятна, потому что здесь можно брать непосредственно захват за кимоно, отворот рукав. Итак, сегодня я покажу вам вариант броска с помощью вот такого моего партнера, манекена борцовского для дзюдо, так называемый прием кошигурума, или, если на русский язык, это бросок переваливанием через бедро с захватом головы. Покажу два варианта. Первый вариант, когда я буду делать бросок и остаюсь в стойке. Второй вариант, когда я делаю бросок с падением, с утеми ваза, и сразу перехожу в технику лежа асайкоми. Так, давайте начнем. Значит, есть еще вариант с статического положения, когда я просто стою и делаю сразу подворот. А есть вариант с динамического положения, когда я делаю некое подобие как кудзуши, раскачку. Давайте я покажу тоже этот вариант. Итак, вот я становлюсь, беру захват, отворот, воротник, рукав и воротник, отворот кимоно. Вот у меня правосторонняя стойка, мой манекен, партнер стоит. Что я делаю? Я разворачиваю правую ногу вперед, шагаю и одновременно перехватываю с отворота на голову. Дальше я разворачиваю таз, видите, таким образом, голову отворачиваю и, переваливая манекен через таз, я делаю брос. Вот так я показал вам в медленном варианте. Сейчас я еще раз покажу медленно. Вот так, с этой позиции. У меня правосторонняя стойка. Давайте я сейчас выполню немножко быстрее. Ну, скорость выполнения приема по вашему желанию. Кто-то чуть быстрее, кто-то чуть медленнее. И сейчас также сделаю в левую сторону. С левой стороны захватом и левой стороне стойка. Здесь у меня левая нога, опять-таки, я шагаю вперед, таким образом кудзуши я делаю, я бросок же делается туда, в ту сторону, вперед. Значит, я должен поворачиваться вперед, вот. И делаю бросок. Ну, некоторые делают вариант немножко другой, мне он не совсем нравится. Когда из этого положения задней ногой делают шаг назад. Мне он не нравится. Почему? Потому что в таком варианте я свое тело направляю вектором движения моего тела назад. Видите? Вот. В этом случае мне надо будет руками как-то, не знаю, тянуть совсем по-другому. Поэтому мне же надо бросить ту сторону, я и шагаю в эту сторону. Таким образом, я как бы приучаю себя, если это уже будет партнер, и он будет двигаться, да, живой человек, то в момент, когда он движется в ту сторону, я, соответственно, буду идти в ту сторону и делать прием вперед. Так, это я сделал
статическое положение, а сейчас я покажу вариант динамического положения, то есть я немножко буду делать раскачку, так называемый кудзуш, то есть я делаю, видите, я такую делаю, шаги, толкаю, жду ответную реакцию и на себя, толкнул, на себя, количество раз, смотрите сами, сколько хотите, ну, 2-3 раза, например, на третий раз, раз, два, и вот сейчас на третий раз я три, и вот я иду, тяну его на себя, точнее жду его реакцию. Видите, куда нога встала? Она уже, пальцы развернулись в сторону броска. Теперь вот эта нога переходит вперед, обнимаю за шею, за голову и делаю сброс. Еще раз давайте покажу. Ни-сан. Вот таким образом мы делаем прием кошигуру. Это я сделал положение стоя, то есть я остаюсь в стойке. Сейчас давайте я покажу вам, как этот прием можно сделать с падением. Ну, не просто с падением, я делаю с падением и дальше продолжаю технику осейком и удерживаю партнера внизу. Так. Сейчас я сделаю опять динамическое, да? Есть лич, ни, сан. И фиксация осейком. Левый стороны не захват, лич, ни, сан. О, и упал наш маленький партнер. Я его подниму. Вы видите, у меня два чучела, два манекена борцовских, специально переоборудованных для тренировок дзюдо. Один высокий, другой поменьше. Ну вот этот для меня приблизительно моего веса, роста, а вес порядка 20 килограмм. Ну где-то около 20. В принципе, этого достаточно, потому что я же его все время бросаю, поднимаю, и достаточно хорошая физическая нагрузка на тело. А тот поменьше, тот где-то килограмм 12-13, он в основном для, кто поменьше вес, весовая категория, для детей подходит. Итак, давайте еще раз покажу. Значит, два варианта. Это косигурума с положения стоя, и я остаюсь стоя, в стойке. Итак, вот моя правосторонняя стойка. Есть. И вариант с падением. Будет сейчас бросок с падением, с последующим, и сразу же фиксация с икон. Итак, только что я вам показал два варианта выполнения броска с помощью такого хорошего тренажера для тренировок борцовского манекена, переоборудованного для занятий дзюдо в кимоно, видите, так одет. Прием косигурума или переворот через таз с положения, когда вы остаетесь как бы стоя, и в положении, когда переходите в партер, и фиксация осейком. Занимайтесь дзюдо и до новых встреч. С вами был Роман Карасев. Итак, приготовились. Укэми! Молодец!